Всем привет! Попробуем сейчас с вами тайной тропой пройти. Я надеюсь, там есть выход на переулок Октябрьский. Вот улица Лазарева, там пляж Свирский. Мы сейчас идем по тропе. Ну, не зря же ее топтали, в конце концов. Выйдем на переулок Октябрьский, а там, куда глаза глядят, ну, в сторону машины. Как понимаете, кругом орехи, инжир, тайные тропы, парковка запрещена, элементы бамбука. Да, вышли на переулок Октябрьский. Тут тяговая подстанция Лазаревская, какой-то РЖД. Вот в этот аппендикс я не заходил. Ну, заходил, но это было очень давно. Давно, наверное, одни из первых моих роликов. Вот. Даже не помню, когда это было. Но дом этот красный я показывал однозначно. Вы сейчас его увидите, вспомните. Там вон семья. Еще какие-то дома знакомые до боли. Санаторий «Бирюза», если прямо идти, то переулок Октябрьский. Обратите внимание, уже вторая половина октября. Реально жарко. За 20, 100%. Ведутся работы какие-то. Да, там вон техника строительная. Наводят марафеты, порядки. Вон, видите, брусчатку будут класть, видимо, все вот так вот. Сейчас я помедленнее камеру буду водить. В общем, благоустраивает. В прошлом году здесь сделали брусчатку, кажется, тоже, и дорогу. Так что потихонечку наводится марафетик. Деревья, видите, в вазонах. Хурма. Вот это вот крайняя может кому-нибудь упасть на голову. Ну, как созреет, если ее не сорвут, конечно же. А, муза, вот я сказал, семья, а про музыку не сказал ничего. Ну, надеюсь, вы вспомнили переулок Октябрьский. Букву «Р» перестал я выговаривать. Не так давно у нас здесь был даже эфирчик вечерний. Для тех, кто приходит на YouTube-канал вечерами. Кафе «Балатон». Ну, здесь двор, а там кафе «Балатон» дальше чуть-чуть. «Волна». Отель или частный дом, я не знаю статуса его. Фух, тут тенечки, так что получше это будет, я вам скажу, гораздо. Ну, мы сейчас мимо красного и белого, мимо Катрана, на улицу Циолковского. Кстати, у нас Лазаревская тут порассажали новых пальмочек всяких разных. Старые, больные, там, которые были, убрали, поставили новые. Цветочный магазинчик ярко выделяется цветочками, естественно. Людей, конечно, гораздо меньше. Но кто бывал здесь? А Айзе уж точно бывало. Тот помнит, что вечерком здесь в летний период народа, ой, как много ходит и гуляет. Столовая, конечно же, уже закрыта. Ну, через несколько месяцев откроется. 100%. Вкусно опять пахнет эта лавра вишни, или как она там называется там. Ну, очень вкусно. Да, задумались по поводу того, чтобы посадить ее. Прикольно было бы. Справа столовая, господи, кафешка, я не знаю, какое у них там название. Ну, в общем, Виктория. Давайте назовем Виктория. Отель Виктория, столовую я уже не буду называть, так как не помню сам. Так, ну, прервался, и так продолжаем наше с вами путешествие. Сулугуния. А что-то никого нету. Дверь открыта, свет горит, все хорошо, аптека нам не надо, кофе тоже с радостью, газ, лед, газ, огонь, даже огонь есть.
аккуратнее, аккуратнее, а где нам не надо. Справа Бирюза, ну, торговые ряды, сами знаете. Сырный дом, кстати. Да, да, были, потому что я же ходил, смотрел столовую, не столовую, шашлычную, счастливую. Работает или нет, но уже закрылось, ребят, уже людей поменьше, в основном преимущественно все-таки больше местных, чем гостей, а местные сами во дворе пожарят себе шашлычок. А вот кофе, да, кофе стало вообще очень много, если честно, в Лазаревском. То есть пьют, да, наверное, не только в Лазаревском, по всей стране. Вот, видите, надпись счастливая, немножечко уже замуровали, спрятали до следующего сезона. А мы с вами на улице Циолковского, именно здесь у меня где-то там внизу стоит машина. Да и кроме того, нужно зайти в Березу. Как всегда, техника что-то как-то подводит в последнее время. Сейчас мы ее приведем в порядок, надеюсь. Так, как это? Не ее, или как это поет там, улыбайся. Да я так улыблюсь каждый день, хожу. Надеюсь, не забанят меня YouTube. Плохо слышу эту песенку по «Улыбайся». Ну что, вот такая вот маленькая получилась экскурсия. Не знаю, может быть, не совсем она продуктивная. Все то же самое, ничего нового. Но зато зеленая. Смотрите, какие зеленые кустики. В центральной полосе это уже поди. Таких кустиков-то нету. Хоть чем-то помахиваться-то, коль море уже не совсем теплое. Хотя, грех жаловаться, море все-таки порядка 20 градусов. Все, ребят, Бирюза, музыка. Всем пока, всем до новых встреч. Пошел дальше, может, что-нибудь... Нет, зайду в Бирюзу, потом, может, что-нибудь сниму.